Здравствуйте, мои неимоверные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. И тема сегодняшнего мега крутого освещения. Все круто поменяется. К чему все идет? Скоро все будет ясно. Поэтому важно досмотреть это освещение до самого конца. Сама не знаю, в какой момент какая информация будет озвучена Вселенной, поэтому непременно оставайтесь со мной. Обратите внимание на нашу шикарнейшую студию. Благодарю вас за вашу финансовую поддержку, за ваши донаты, за ваши сердечечки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Все приобретается во благо, конечно же, для вас. И свечи, и карты, и руны. А начнем мы сегодня с практики очищения вашей пары. Знаю, насколько вы любите, обожаете, просите меня, чтобы я проводила в прямом эфире практики свои. Конечно же, для вас. И, конечно же, мы рассмотрим, да, все, что круто поменяется. Но вначале Вселенная говорит, что нужно очистить вашу пару. Я подготовила сегодня белую свечу, белый цвет чистоты, белый цвет невинности, белый цвет, конечно же, очищения. И вначале мы сегодня работаем и с рунами, и с таро, и с энергиями. Не переживайте, кто новенький, да, на моем канале, кто еще не в курсе, это не магия, это не ритуал. Я работаю с 5 стихиями: вода, воздух, огонь, земля и космос. Поэтому никаких отлетов, прилетов, перелетов быть не может. Разрешение не нужно спрашивать, потому что это не магия, не ритуал. Мы работаем с энергиями. И вначале я буду заряжать энергиями, да, космоса, нашу воду, для того, чтобы очищение максимально круто сработало. Что от вас требуется? Да, в принципе, ничего особенного. Поставить лайк и не забывать, да, укажите ваши имена, либо же знаки зодиака в комментариях, либо же цвет глаз, если вы не хотите палиться. Но важно это сделать, вы это делаете для себя, для того, чтобы практика конкретно очистила именно вашу пару, для того, чтобы вы не сидели, не смотрели о ком-то информацию, а для того, чтобы информация конкретно, да, и очищение сработало на вашу пару. Поэтому важно прописать сейчас в комментариях, да, ваши данные, либо же имя, либо же первые буквы имен. Можете два сердечечка поставить. Не забывайте, кстати, ставить лайк этому видео, потому что вы также несете огромную миссию, помогаете людям найти ответы на их вопросы, потому как так уж устроен, да, наш простор интернета. Если больше лайков, то видео более видимо, да, людям. Поэтому несите свою миссию и также помогайте. А я сейчас буду заряжать нашу воду, энергию космоса на очищение вашей пары. Вначале проведем практику очищения пары. И, конечно же, после этого мы рассмотрим все аспекты, как все круто между вами поменяется, к чему идет эта информация. С потока не зря она пришла. Вы стоите на пороге определенных перемен. Сейчас заряжаю воду, энергию космоса на очищение. Думайте о своем любимом человеке сейчас, прямо в этот момент. Важно сосредоточиться на нем. Вы можете на фото посмотреть любимого, для того, чтобы энергетически с ним вместе быть, для того, чтобы энергетически с ним связаться. Ну, как прям мощно заряжается сегодня у нас вода. Очень круто. Благодарю вас за ваши стикеры, за вашу активность, за ваши сердечечки, за ваши комментарии. Все-все вижу, моя любимая. И всегда ежедневно читаю ваши комментарии. Не могу всем ответить, вас у меня миллионы, но тем не менее, вот каждое слово для меня это просто, знаете, драгоценный бриллиант, который я храню в огромнейшей копилище ваших откликов. Кстати, пока вот заряжается еще, да, вода, хочу
вас предупредить и пригласить. Дело в том, что в Ютубе тут огромные сбои, возможно, вы уже не видите все мои освещения. Для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы быть на связи со мной, в первом комментарии есть активная ссылочка на мой телеграм-канал. Срочно туда подписывайтесь, тогда вы не потеряетесь, если вам дорого наше общение, если вы хотите дальше, да, быть со мной, узнавать информацию будущего, то, конечно же, жду вас там. И не забывайте вообще подписываться на мои каналы, потому как я ежедневно публикую огромное количество информации для вас. И, конечно же, вы будете еще больше знать, развивать, прокачивать себя и развиваться, конечно же, в лучшую версию себя. Однозначно. Ну что же, просто мега круто у нас сегодня зарядилась вода на очищение пары. Видите, как раз остановилось. Все шикарно. Во благо. И сейчас мы с вами начинаем, да, с практики очищения вашей пары. Очень многие просят, очень многие обращаются. И, конечно же, любимое для вас, безусловно. Что нужно сделать? Опять же, ничего особенного, это не магия, это не ритуалы. Главное, когда я буду говорить имя, прописывать имя вашей пары в комментариях. Либо же знаки зодиака, либо же первые буквы. Но важно, да, Вселенная о себе заявлять для того, чтобы не теряться в пространстве вариантов, потому что все-таки это общая практика, и тоже об этом нужно не забывать. Да, я же хочу, чтобы она для каждой и для каждого сработала просто мега круто. Поэтому направляю вас, как вы можете конкретно вот свою пользу произвести очищение вашей пары. Имя. Здесь прям какие-то зубы, какие-то клыки. Вот посмотрите, чернота какая пошла. Ну, свеча погасла. Ай-яй-яй. Смотри. Гаснет свеча. Слушайте, девочки, а вы здесь не случайно. Вы просто необходимо, знаете, вам просмотреть эту практику очищения. Во-первых, черноты очень много, свечи у меня натуральные, поэтому здесь не пластик, который плавится черным. Нет, девочки, это все реальность. И то, что погасла свеча два раза, могу сказать, что сейчас вы находитесь в очень сложном периоде ваших отношений. У кого-то вообще все заморозилось, у кого-то вообще ничего нет и не продвигается. И здесь также просматривается, что есть магия на вашей паре. Сразу могу сказать, потому что просто так свечи не гаснут, просто так вот эта вот мега чернота не появляется. Вот что делать в том случае, да, вот магия на вас. Смотрите, как стреляет просто на моих словах, подтверждая вам прям в прямом эфире. Заходите на мой сайт. Ссылка в первом комментарии есть активная. Знакомьтесь с практикой очищения пары и заказывайте ее. Просто, срочно, знаете, это как скорая помощь, которая поможет вам в развитии ваших отношений. И сейчас мы будем рассматривать, да, на Таро информацию ту, которая будет идти после очищения вашей пары. Потому что я здесь даже, ну это я знаю, я считываю с потока, не хочу озвучивать пространство, но здесь ничего хорошего, девочки, не будет, если не будет очищения вашей пары. Судя по тому, что погасла свеча два раза и что пошло много черноты, вот эта магия, которая есть на вашей паре, она приведет к расставанию. Если вы хотите, да, развивать отношения с любимым, если вы даже можете сказать, что я не понимаю, он какой-то странный, то вроде бы нормальный, то вроде бы как будто бы сам не свой, то вроде бы он такой нежный, добрый, то потом пропадает. Вот вы можете сказать, вы можете чувствовать на себе, что у вас теряются силы, теряются энергии. Ой, у меня просто сейчас мурашки, мурашки просто по ногам пошли. Вы можете чувствовать, что да, теряете силы, теряете энергию, не высыпаетесь. Вы можете сказать, что да, что такое, я вся в мурашках, девчонки, насколько круто вам откликается эта информация. Пишите в комментариях, ставьте мне сердечки, если действительно так, я просто вас чувствую. Очень сильно. Кстати, если вы еще не знакомы со мной, если вы впервые на моем канале, непременно подписывайтесь и давайте знакомиться. Меня зовут Евгения, я профессиональный таролог, астропсихолог, космоэнергет, ясновидящая и яснослышащая. Я чувствую все через энергии космоса, через себя, через свое тело, поэтому так просто идеально, да, и безукоризненно передаю вам ваше состояние, ваши ощущения и то, что происходит в вашей жизни. Если вы хотите больше узнать информации обо мне, о моих практиках, приглашаю вас на мой сайт
просто мега крутой. Я горжусь собой, горжусь специалистами, которые работали со мной, дизайнеры, мега крутой сайт. Он находится в первом комментарии, либо же в описании любого видео. Жду вас там, мои любимые. А сейчас прописывайте имя вашей пары. Видите, как чернота все-таки идет и идет, и идет, и идет. Понимаете, как? Здесь вам важно просмотреть эту практику хотя бы на протяжении 2 недель ежедневно. Если вы, да, понимаете, что по каким-либо причинам не можете заказать личное освещение, да, очищение вашей пары, что просто необходимо, столько дыма здесь идет, столько черноты. Практику можно просматривать, не обязательно сидя перед экраном. Можно делать свои дела, наушнички в ушко, занимайтесь своими делами, главное прописывать имя. Вот сейчас важно прописать имя вашей пары на очищение. Имя. 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 Не хочет. Прям кусается. Но не хочешь, значит, будешь так догорать. В любом случае, я вас не оставлю, девочки. Сложно, сложно, могу сказать. Очищение такое не из легких, но я вас не оставлю. Свечечка должна догореть, потому что тут и так все очень сложно. И надо, чтобы догорела свеча, девчонки. Всегда с вами. Ни за что никому вас не отдам и не оставлю. Не оставлю вас в сложную минуту. Всегда с вами, всегда на связи. Пишите мне в личку, если есть у кого-то какие-то проблемы, да, какие-то запросы. Смотрите, что творит, а? Тушит и все. Тушит. Эта магия тушит. Она делает так, чтобы ваши отношения с мужчиной сошли на нет. Девочки, это жизнь, это реальность. Я бы с удовольствием рассказала бы вам какую-то зефирную историю, да, о счастливом будущем. Но здесь оно возможно. Возможно, оно возможно. Посмотрим, что нам еще карты скажут. Но если нет очищения пары, здесь я не вижу никакого счастливого будущего. Что творится? Куда тут? Смотрите, что творится. Все же на ваших глазах. Все на ваших глазах. Здесь ничего даже. Можно не говорить, здесь так все видно. Все гасится, все палится, все трещит. Имя, имя, имя. Пропишите 7 раз ваши имена, либо же знаки зодиака. Прямо здесь и сейчас для себя делаете, для себя очищение смотрите, да, для своей пары, на то, чтобы отношения наладились, чтобы эта магия, ну, хотя бы, да, ослабила свое действие. Понятно, чтобы ее убрать, здесь нужно делать личное очищение пары. Жду вас срочно на него, потому что здесь прям очень все запущено. Вы здесь не случайно. Вас сюда привела Вселенная. Возможно, да, вы обращались ко Вселенной с вопросом. Да что же такое? Как же нам наладить отношения? Ну, как мне себя вести? Как мне поступать с ним? Вот вас сюда привела Вселенная не случайно. И знаете что? Конечно же, я вам помогу, я вас не оставлю. Пишите мне в личку за заказом освещения. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. И именно мои каналы находятся в первом закрепленном комментарии. Дело в том, что есть мошенники, которые фейково создают страницы, будто бы мои, пишут, что-то там предлагают. Я никому ничего не пишу, я никому не предлагаю. Я очень популярна, ко мне очереди, люди ждут, да, моего ответа. Я все отправляю голосом. Практику очищения делаю индивидуально. Это 30 минут видео, как на YouTube. Но это видео доступно только вам, это индивидуальное. Мы работаем с вами в тандеме, поэтому не переживайте. А разрешение мужчины, либо же женщины, да, кто там на кого очищение делать, не нужно, потому что это работа с энергиями. Это однозначно все идет во благо. Благодарю вас за ваши стикеры, благодарю вас за ваши сердечечки. Отправляю вам тысячи, тысячи, тысячи сердечечек в ответ. Пусть догорит весь огонечечек, и дальше мы будем уже смотреть, как там все круто поменяется в вашей паре именно после вот практики очищения, очищения вас. Потому что, ну, если бы не эта практика, здесь даже нет смысла было что-то раскрывать в позитивном аспекте, потому что все бы было очень печально, девочки. Давайте так, адекватно все-таки, да, это жизнь, это реальность. Как есть, так есть, я вижу это. Вы сами видите, да, что у нас тут происходило, и взрывалось, и гасло, и много черноты шло. Имя пропишивать. Имя. Имя. Имя.
имя. Имя. И, конечно же, да, не забывайте благодарить, потому что закон Вселенной взаимодействия, то, что вы сейчас просмотрели практику и то, что вы желаете, жаждете, да, результатов, изменений в наилучшую сторону, просто так это не случится. Это случится только у тех, кто поблагодарит. Как поблагодарить? А в первом комментарии есть ссылочка. Сколько душе не жалко, я не выставляю определенных ценников, но нужно тоже понимать, да, адекватно, что Вселенная дает и внимание, и энергию, которую я вам сейчас передаю через эту практику очищения, поэтому благодарность — это ваш ключ к изменению отношений в наилучшую сторону. Понятно, что если сидеть, ничего не делать, не ставить лайки, не благодарить, ну почему тогда вы думаете, что Вселенная вам что-то даст, если вы, в свою очередь, не даете ничего взамен? Поэтому важно это понимать, важно это знать, и, конечно же, я с безусловной любовью всегда вам раскрываю вот такие вот секретики, аспектики. Хочу, чтобы у каждого и у каждой практика это происходило, игралась, сработала просто мега круто, поэтому направляю вас, как вы можете это сделать. Ну что же, свечечка наша догорела. Не забывайте, да, благодарить. Не забывайте давать обратную связь. А сейчас мы с вами будем рассматривать очень интересную тему, которая пришла мне с потока. Все круто поменяется. Во-первых, вначале я хочу поработать рунами. Посмотрим, что они нам скажут в первую очередь относительно вашей ситуации с загаданным человеком. Поэтому сейчас сосредоточьте свое внимание на рунах. Да? Обратите мне свое внимание, какие они у меня шикарные, красивые. Я их приобрела благодаря вам, благодаря вашей финансовой поддержке. И можете прямо задать вопрос рунам сейчас, да? Что же между нами, что видит Вселенная, что хочет сказать Вселенная, возможно, раскрыть что-то, возможно, что-то передать, да, руны дают четкую, ясную информацию, без всяких вот таких вот виляний, у них всегда четко, ясно и по существу. Так, давайте смотреть, что хочет сказать нам Вселенная относительно вас, относительно вашей ситуации. Так. Так, развитие здесь идет. Развитие идет после какого-то сложного периода. Ух ты, девочки. Защита. На вашей паре стоит защита Вселенной. Очень круто. Вселенная защищает вашу пару. Вот эта вот практика, да, очищения, о которой я говорила. И раскрывает аспект, что Вселенная не оставит вас. Вселенная действительно поможет, и эта практика защиты поможет вам в развитии ваших отношений, чтобы все не остановилось. То есть первая руна — это самая, да, сильная вот энергия, которая уже раскрывается дальше информация. Плюс я с потока считываю очень много. Здесь не конкретно, да, информация только через руны, только через карты. Нет, я с потока считываю информацию для вас, даже больше это подтверждение то, чего я вижу, да, то, что я передаю. Ну что же, поблагодарите руны, да, не забывайте о обратной связи. И сейчас мы будем работать с вами и раскрывать аспект. Все круто поменяется, к чему вообще все идет. Скоро, девочки, все будет ясно. Пройдете практику очищения вашей пары, прямо будете видеть, насколько круто начнет ситуация меняться. Я уже провела более 10 тысяч личных консультаций, практик персональных, индивидуальных. Отклики просто мега крутые, люди счастливые, люди довольны, получают предложения руки и сердца, и свадьбы, и деточки рождаются, и венчаются. Девчонки, мега крутые отклики. Кстати, вы с ними можете ознакомиться и в телеграм-канале, и в инстаграм, и в фейсбук. Подписывайтесь на все мои каналы. В любом случае, можете, да, прочесть, потому что важно слышать подтверждение. Сейчас мы поработаем с энергией космоса для того, чтобы зарядить нашу колоду, и будем рассматривать уже основной вопрос. Думайте о вашем любимом человеке. Отлично, во благо. Вначале посмотрим, в каких он энергиях вообще сегодня находится, что там у него в жизни происходит, как его видит Вселенная, возможно, какие-то тайны, секреты, все, что будет раскрывать Вселенная, девочки, все буду вам передавать. В общем, все как обычно,
мега круто на самом мегагалактическом уровне. Какой ты сегодня мужчина? Подумайте о нем, да? Так, что-то трудяшечка работает. Пашет, девочки, пашет. Что-то тут у кого-то прям сады, огороды. У кого-то здесь работа, зарабатывает. Слушайте, ну у него очень круто получается. Возможно, здесь он получил зарплату, вознаграждение за свой тяжелый труд. Либо же за свой долгий труд. Вот здесь действительно мужчина заработал, заслужил. Не вижу, чтобы он тут сидел, знаете, на пальме ножки свесил. И ему тут кокос на голову свалился, да? Счастье. Благополучия нет. Вот здесь заработал. Возможно, действительно зарплату получил, возможно, награждение, либо же повышение. Вот в жизни есть определенные... По карте все-таки пентакливый здесь, скорее всего, да, финансовые определенные аспекты. Еще какой-то сегодня? Это к чему? Ой, знаете как, я вам расскажу. Я вначале думала, что это он тут с двумя дамами. Но, уточнив аспект, нет, он здесь стоит позади. В общем, он с другом где-то до ночи там тыняется, девочки, гуляет. Но, могу сказать, что там и женский пол. Давайте так, это жизнь, это реальность. Вы должны все знать у меня, конечно же. Есть там и женский пол. Вот друг его... Вот этими вниманиями, да, женскими вниманиями, что это такое, женским вниманием, очень, знаете как, наслаждается. А ваш товарищ стоит в сторонке. И ваш товарищ уходит ранее, а ваш друг, ух, как интересно. Ой, благодарю вас за стикеры, какая красота, вау, Оксаночка, мега круто. Возможно, это даже ваш общий друг. Не зря с потока вылетела такая информация. Либо же это друг, например, был, да, с вашим мужчиной, когда вы, например, познакомились. То есть он вроде бы, как считается, и вашим знакомым, да, то есть вы его видели в глаза. То есть этого человека вы знаете, который с ним. Это не какой-то неизвестный товарищ. Если вы никогда не встречались с вашим любимым в жизни, он вам, может, рассказывал, показывал фото своего друга, где они там, ну, возможно, проводили время и так далее. В общем, этого человека вы в глаза видели, да, этого друга. Вот он тут с этими дамами говорит, наслаждается. Кстати, они с другом тут пахали, короче, рассказываю, напахали, там заработали бабла и пошли, собственно, развлекаться до ночи. Друг, собственно, может даже и оплачивать услуги, ну, вот таких вот легких женщин, девочки. Я вижу это, я не буду здесь особо подбирать слова, если он так выражается, если он так говорит, то, конечно же, я передаю с потока то, что есть. А ваш товарищ, знаете, весло в зубы и текать. Он говорит, ну неправильно это все, неправильно. Вот эти вот такие вот легкие отношения. Слушайте, ваш прям товарищ молодец. Я прямо, знаете, с уважением к нему сейчас отношусь. Он мудрый, и он говорит, так неправильно себя вести, да, оплачивая чисто какое-то физическое удовлетворение, а друг его совсем не против. Ну, девочки, такая вот сигнализация. Точно, что сигнализация, сигнификация. Просто вынос мозга, ну, я сама не знаю, что идти с потока, ну, вот что есть, то есть. Вот такой вот мужчина пришел. Какая вы, давайте посмотрим, тоже познакомимся, секундочку хотя бы. А вы вообще в неведении, я вообще не знаю, я не понимаю вообще, что тут... с нами, между нами, потому что мы же смотрим сигнификацию относительно вас, да, относительно ваших отношений, вы сейчас, возможно, вообще готовы поставить эту точку. Замучились, девочки, измучились, устали, либо же вообще находитесь в полной неизвестности. Вообще, где он там, с кем он там, что он там. Возможно, я себе там вообще все напридумывала, живу в каких-то там розовых очках и вообще не понимаю, правильно ли я это себе все трактую, либо же неправильно. Девчонки, очень сложное состояние у вас. Жду вас на личное освещение. Я их провожу индивидуально, работаю, раскрываю все аспекты, все теоретики, причем, да, личное освещение. Кто-то хочет поблагодарить, пишет номер. Ну, давайте сейчас добавлю в комментариях, как вы можете поблагодарить. Мне очень приятно за то, что вы прямо так обращаетесь, просите, хотите поддержать развитие нашего канала. Сейчас я добавлю в первый комментарий, в закрепленный.
Все, добавила. Для всех, кто хочет поблагодарить, для всех, кто хочет поддержать, эта возможность есть прямо здесь и сейчас. Что между вами с мужчиной? Ну, тайна, секрет, гадалки, понимаете? Вот даже то, что вы сейчас смотрите мои освещения, вы тоже каким-то образом, да, узнаете информацию будущего о нем. Потому что вообще ничего не понятно, вообще ничего не известно. Возможно, сами занимаетесь Таро, возможно, обращайтесь да, к людям, которые имеют такое вот эзотерическое видение реальности. Потому что вообще ничего не понятно, потому что вообще неизвестно, потому что вообще тайна. Вот так. Ну что же, тогда тем более, судя по вашей ситуации, сигнификация, сигнализация вашего мужчины вообще жесть. Что с его там другом творится? Нет, ваш, конечно, молодец. За вашего я ничего не могу сказать. Он, честно, весло в зубы и давай, знаете, грести оттуда, где был с другом. Прямо совсем там энергии такие вот низкие, тяжелые, сложные и такие вот распутные девочки. Ну, это жизнь, это реальность, говорю все как есть. Так, все круто поменяется между вами, к чему все идет. Готовы? Взлетаем. Вдох-выдох, да, девочки? К чему все идет? Ох ты, как классно! Ну, собственно, слушайте Верховную Жрицу, которая вам сейчас... Девочки, Верховная Жрица, первая карта. Вот слушайте Верховную Жрицу, которая сейчас вам раскроет все аспекты, и это действительно станет вашей реальностью. Ну, понимаете, как это работает? Понимаете, как круто? Мне Вселенная просто, знаете, как... говорит, а вам подтверждает, что вся информация здесь это истина. Поэтому, пожалуйста, да, находитесь здесь, пожалуйста, слушайте внимательно, к чему все идет между вами, потому что сейчас это для вас тайна, сейчас это для вас неизвестность, и сейчас вы не видите вообще будущего, либо же то, что вы видите, не является действительностью, которая станет, да, в вашей реальности. Возможно, ошибаетесь, возможно, живете в каких-то иллюзиях, возможно, вообще уже ни во что не верите, и вообще руки опустили, и знаете, как вот говорите, все, вот это моя последняя надежда, вот вас сюда привела Вселенная буквально за ручечку, говорит, иди, милая, послушай, вот сейчас ты услышишь правду, хватит там переживать, хватит страдать, хватит не спать ночами, сейчас ты все узнаешь. Так, мужчина вам дан, девочки. Сразу же выходит пентакливый король. Давайте так, четко, ясно и по существу. Как я люблю, без воды, девочки, все сразу ясно. Мужчина вам дан для того, чтобы стать, знаете как, защитником вас и вашей семьи. Пентакливый король – это муж. И вот сейчас я вам раскрываю информацию, что этот мужчина дан вам, не просто на какую-то там легкую встречу, не просто на горячую ночь, не просто на какое-то милое общение. Этот мужчина дан вам для того, чтобы вы с ним построили семью. И он идет к вам в роли мужа. Очень обеспеченный товарищ. Очень, девочки, он будет очень обеспеченный. Возможно, сейчас он работает, трудится. Я же вам говорила, что он там с другом пашет где-то, да? Сокровища собирает. Он реально работает, сейчас тяжело. У него может быть общий бизнес. Либо же он где-то работает с другом, да, у них, например, одна профессия, одно направление. Вот они развиваются сейчас, кстати, вместе. Почему-то, не знаю, но уточняет мне Вселенная, что информация идет и о друге тоже. В общем, они развивают себя. Возможно, у них общий бизнес, возможно. Возможно, здесь вообще они придут к тому, что у них будет общее дело. И ваш мужчина будет владельцем этого бизнеса. Ваш мужчина будет очень круто обеспечен финансово. Понимаете как? Но понятно, что да, всему свое время. Всему свое время. Не нужно сейчас сесть, одеть свадебное платье и сидеть с телефоном. Ну, сейчас он, короче, прикатит на... таком, не знаю, красном лимузине и просто меня с ног до головы одарит всеми благами. Девочки, тоже нужно понимать, да, что всему свое время, у кого-то это прямо сейчас произойдет, во время освещения получите подарок, мужчина там придет с таким булыжником, да, бриллиантовым. Кому-то нужно подождать определенный период времени освещения общее, поэтому тоже, да, адекватно реагируем. К чему все идет? Скоро все будет ясно, девочки, скоро все будет ясно. А
однозначно. Мужчина, кстати, о вас говорит минимум одному, либо же двум людям. И они здесь ему дают совет. Они здесь его, кстати, и направляют в вашу сторону. То есть здесь они его не отговаривают от вас. Нет, девочки, не отговаривают. А наоборот, они еще ему говорят, что ты должен к ней прийти как победитель, вот, чтобы ты ее задаривал всем, чтобы она была обеспечена. Не только финансово, конечно же, но нужно не забывать о том, что мы все живем в реальности, где нужно есть, пить, отдыхать, получать подарки, девочки. А вы достойны всего этого. И все эти вот рост про рай в шалаше, это, конечно, все очень мило так и нежно звучит, но каждая из вас, та, которая смотрит мое освещение, та, которая подписана на мои каналы, будет любима, счастлива и богата. Это не просто такие красивые слова, манифесты. Так сказала Вселенная, девочки, и вы достойны этого всего. Поэтому к вам идет вот действительно достойный и обеспеченный мужчина. Благодарю вас, Дейзи, за милый стикер, подарочек, сердечко. Благодарю вас, моя дорогая. Так, дальше, к чему все идет? К чему все идет? Идет окончание каких-то легких встреч, либо же между вами, либо же, если вы не общаетесь, у мужчины там были какие-то легкие встречи, девочки. Здесь в любом случае точка, и даже вот не стоит мусолить сейчас, вот раскрывать, развивать этот аспект, все, это будет окончено. Все, вот он плывет, понимаете, на своем корабле, да, среди акул. То есть я вижу, что здесь еще будут какие-то искушения, возможно, там, если у него были переписочки где-то или что-то, там ему еще будут закидывать, знаете, вот эти вот якоря, а вдруг он опять пришвартуется к берегу. Ну, по жезловым тут понятно, что чисто легкое удовлетворение. Кстати, здесь может быть и окружение друга. Я вижу, что у друга в окружении там такие вот легкие женщины, легкодоступные женщины. То есть даже здесь друг может его там, пойдем, там проведем время. Но он нет, девочки, сел все свои пентаклики, все свои сокровища, все на свой корабль и к вам просто чешет, к любимой, со всеми благами мира. Все эти акулы, говорит, но он видит их, понимаете, они есть, они еще будут в его пространстве, но он выходит, он понимает, что это неправильно, он понимает, что это буквально, знаете, как его затянет на вот это вот днище нехорошее, он говорит, что я люблю ее, я не могу себе позволить больше, ну, возможно, больше, возможно, раньше у него и были там какие-то знакомые, какие-то встречи, это все прошлое, я вообще не понимаю, зачем вот начинать разгребать какие-то вот прошлые моменты? Прошлое было, оно прошло. Зачем вам тратить на это свое время, энергию, внимание? Вот как вы считаете, девчонки, вот стоит ли в этом прошлом вот ковыряться, вот там что-то вытаскивать, вот там что-то разгребать? Для чего это делать? Вот вы считаете тоже так, как и я? Дайте мне обратную связь, напишите, да, истина, да, действительно, правда, если вы поддерживаете меня, если вы так, как я, да, идете в будущее, а не сидите вот в этих каких-то там соплях, слюнях того, что там когда-то могло бы быть, да не произошло. Ну все, это ушло, все, уже не нужно это все тянуть, страдать, переживать, свою энергию сливать вот в это днище, потому что мы живем, да, тем, что мы создаем. То есть если вы перетягиваете в будущее вот эти вот негативные эмоции, тянете, страдаете, плачете, переживаете, вы это все еще и в будущее свое перетягиваете, которое также у вас начинается, знаете, со слез, со страданий, с переживаний и так далее. Моя любимая, я вас безусловно люблю и, конечно же, забочусь о вас, о вашем ментальном, внутреннем, психическом, психологическом, моральном, физическом состоянии, поэтому вот так вот, девочки, ни один таролог не будет вам вот разжевывать просто ваши клювички, всю информацию ложить, добавлять, чтобы вы у меня были здоровенькие, счастливенькие. Я только так хочу, я только все с любовью, только для вас, конечно же. Так, что еще будет скоро ясно? Что будет скоро ясно? Девочки, вот здесь станет все скоро ясно, потому что вы увидите... Благодарю вас за сердечко, очень мило. Благодарю вас за ваши подарки, девчонки. Будет все ясно, потому что здесь мужчина появится, проявится. Вот он, император, вот знаете, вообще придет такой...
ногой дверь откроет, я пришел, как солнце ясное, понимаете как? А у вас еще такое интересное состояние будет, вы прям глазам своим не поверите, скажете, что это ты вообще, это ты? Вот мне вообще не кажется, это не иллюзия, это не мечта, это реальность. То есть ваше состояние, я вижу, такое, знаете, подвешено, удивленно, неверящее своим глазам, что вот он пришел, а чё пришел, что хочешь, что скажешь, будем смотреть. Будем смотреть, девочки, что он там скажет, что он хочет. Мне с вами так интересно, я так обожаю быть в вашем пространстве. Было бы еще 1 045 000 экстра часов в сутках, я бы освещение часами бы вам проводила. Но есть определенные временные ограничения пока что, да, на этой планете. Давайте посмотрим, интересно вам? Дайте мне обратную связь. Чего от него ожидать? Что он тут будет заявлять, ваш император? Понимаете, дорогой, говорит, ногой двери открыл. У меня столько информации несется с потока, что я не успеваю это все выговаривать, понимаете? Просто мега круто. Будем смотреть, что он тут вам заявит. Здесь он реально пришел вот заявить. То есть он не будет спрашивать. Он не будет там ждать вашего ответа. Не будет там стоять с ножки на ножку, мяться. Как-то, знаете, неуверенно держаться. Нет, здесь просто я пришел, вы знаете, как пум, кулаком об стол. Сейчас я буду, знаете, глаголить. Буду там высказывать. Интересно вам? Чтобы я понимала, что вам интересно, вам нужно написать в комментариях, поставить сердечечко, да, там, стикер, вот, поактивничайте, девчонки, в чатике, я сама мега активна, я обожаю активных людей, поэтому, знаете, лимитов нет в написании комментариев, поэтому только вперед, только к небу, да, все, интересно, вижу. Так, давайте смотреть. Что тут заявлять-то будешь? Ты посмотри-ка. Да, однозначно, девочки, здесь он вам реально такое вот, знаете, заявление даст, и он четко уверен, что будет так, как он скажет. То есть он по тузу кубков придет к вам и сразу же с порога захватит вас за вашу шикарную, нежную, тоненькую талию и признается вам в любви. Вот прямо так, девочки, вот прямо так. Он придет с ясным, четким признанием вам в любви. Но здесь вы выходили в энергиях, конечно, кубковой королевы. Я не очень раскрыла этот аспект. Думаю, хочу посмотреть дальше, что он будет говорить. Да, его чувства приведут к вам, девочки. И именно чувства будут этим таким сильным, знаете, пинком, как я всегда говорю, быстрым движением вперед, есть сильный пинок сзади. Вот этим пинком и будут вот его чувства, которые приведут его к вам. Однозначно. Только любовь, девочки. Только любовь. Только благодаря тому, что он истинно вас любит. Искренне вас любит. И здесь просто с порога на колени с кольцом, да, как я и говорила, сразу предложение будет делать. Сразу же, однозначно. Ну, четверка жезлов в оригинальной колоде – это вообще карта семьи. Все, и никаких третьих лишних, третьих запасных. Вот все вот эти вот дружочки, тут у него 4 штуки их, они, знаете, уплывут в другом направлении. Он больше не будет с ними как-то взаимодействовать. Не знаю, почему мне Вселенная уточняет этот аспект. Возможно, для вас это важно, для вас это необходимо. Ну, тоже, да, понимать, кто будет в окружении вашей пары, и там, куда будут зазывать вашего мужчину, все-таки тоже ясно, что не хотелось бы, вот не будет, они уплывут, девочки, куда-то туда, останется один друг, ну, кстати, это друг, именно который и вот его завел, это что? А друг его, вот этот вот, ой, как интересно, слушайте, информация космос, который вот ходил по легким женщинам, а он сменит траекторию также. Он скажет, знаете как, что, ну, это неправда, это не дает мне какой-то власти над людьми. То есть и друг выйдет вот с этих легких каких-то встреч, отношений, останется он с ним. Но первый, да, поменял мышление ваш мужчина, и второй, вот этот друг, он также выйдет с этих легких каких-то отношений, встреч. Здесь он просто поменяет, здесь друг может вообще переехать.
переехать вообще где-то далеко. И у них вот это общее дело, этот бизнес, да, о котором я говорила, может быть даже онлайн. То есть они будут созваниваться, говорить, да, обсуждать определенные аспекты, но уже будут на расстоянии. То есть этот друг тоже особо уже не будет никак на вашего мужчину влиять, потому что он физически с ним не будет рядом, физически с ним не будет вместе. Ну, очень мега круто, очень мега интересно. Вот вы знаете, вот буквально по полочкам, по пазличкам я вам раскрыла столько классной информации. Не забывайте, да, для того, чтобы быть со мной поближе, потому что YouTube блокирует, и чтобы не потеряться, если вам дорого, да, наше общение, если вам важна информация о вашем будущем, о вашем мужчине, срочно переходите, подписывайтесь в мой телеграм-канал, ссылочка в первом закрепленном комментарии, жду вас там. Опять же, да, для тех, кто позже подключился, приглашаю вас на мой мега-крутой сайт, я горжусь им и всегда, знаете как, буду говорить, озвучивать информацию о нем, потому что добавляются новые люди, приходят новые люди на мои каналы, подписываются, мои каналы растут с огромной скоростью. Приглашаю вас от души на мой сайт, где вы можете ознакомиться с моими авторскими практиками, с бонусами. Вы можете ознакомиться с информацией о моем закрытом VIP Таро Солнце канале. Также благодарю спонсоров моего YouTube-канала за ваше участие, за вашу поддержку, за то, что вы со мной. Спонсоры первыми видят новые освещения. Для спонсоров я бесплатно провожу личное освещение. Индивидуальные закрытые практики освещения также доступны только спонсорам. И там еще много-много-много крутых бонусов. Вся информация по поводу сайта, по поводу спонсорства, по поводу телеграм-канала и так далее находится в первом закрепленном комментарии, либо же в описании видео. Все, мои любимые, я счастлива была быть с вами вместе. Мне было мега просто, мега интересно, как обычно, собственно, раскрыть информацию для вас, потому что для меня это же тоже все новенькое. Я никогда не знаю, что будет идти с потока. Обнимаю вас душой, нежно целую за ваше внимание, за ваши стикеры, за ваши подарочки, за ваши донаты. Сердечно-сердечно вас благодарю. До встречи на моих остальных освещениях. Все, пока.